В это воскресенье в Аскетиме состоится открытие духовно-просветительского центра при Никольском храме. По случаю торжества наш город посетит митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. После божественной литургии, которая начнется в 9:30, и праздничного молебна в Никольском кафедральном соборе, в полдень пройдет крестный ход. Владыка Тихон совершит чин освящения нового центра. На праздник приглашаются все желающие.